Зона особого внимания – территория вблизи казармы и штаба 125-го стрелкового полка у северо-западных ворот на Ковринском укреплении. Именно здесь группа сотрудников МЧС, вооружившись специнвентарем, лопатами, граблями и другими приспособлениями, четко и слаженно выполняла поставленную задачу, по-военному организованно. С фондом развития Брестской крепости мы сотрудничаем очень давно, но это все происходило больше на словах, на каких-то общих пониманиях каких-то движений и направленности защиты исторических ценностей. Ну вот теперь мы перешли от слова к делу. Слово «дело» мы направили своих сотрудников, которые действительно тоже теперь реально делают какую-то общую нашу работу. Фонд развития Брестской крепости с апреля 2014 года проводит серию акций под названием «Видеть крепость» по благоустройству заброшенных объектов Брестской крепости, которые находятся вне мемориального комплекса. Ну и задача наша – привлечь внимание общественности, внимание городских властей, всех неравнодушных жителей Бреста к проблемам сохранения наследия Брестской крепости. Заключительная в этом сезоне акция по уборке и облагораживанию мемориала Брестской крепость в рамках проекта под названием «Видеть крепость» прошла с максимальной отдачей. В ходе мероприятия территория была полностью очищена от мусора и кустарниковой растительности. В помощь физической силе бравых МЧСовцев профессиональная техника для работы. Нам очень приятно, что на прошлой акции, которая проходила месяц назад, к нам подключилось Брестское областное управление МЧС во главе начальника отдела идеологии и пропаганды. Они проявили инициативу. Они сказали, что для них также важно участвовать в социально значимых проектах, которые происходят в городе, а также обеспечивать безопасность для посетителей и горожан. Очень важно, что такие проходят мероприятия, и мы с удовольствием принимаем это участие здесь. И я думаю, что всегда будем откликаться на такие мероприятия и будем дальше помогать городу. Сохранение историко-культурных ценностей – важная составляющая развития полноценного государства. Следить за их состоянием – прямая необходимость всех нас. Такие мероприятия, как акция «Видеть крепость» – еще одно доказательство того, что к наследию предков на Брещине отношение особое не только служб ответственных за дело, но и всех тех людей, которых можно отнести к категории неравнодушных. И пока ситуация такова, можно быть уверенными, наследие страны будет находиться под должным контролем. Наше видение в том, что в любом случае каждый человек, каждый брещанин должен. Просто это, наверное, его долг и его прямая обязанность непосредственно заниматься сохранением исторических ценностей. Так как мы живем на этой земле и в ответе за все, что на ней находится. Сохранение улиц и площадей, каналов, парков и крепостных сооружений – все это ненавязчиво и ненастойчиво входит в духовный мир человека. Именно тогда он с открытой душой входит в прошлое, учится уважению к предкам и помнит о том, что в свою очередь нужно будет для его потомков. Человек начинает думать об ответственности, нравственной ответственности перед людьми прошлого и одновременно перед людьми будущего.